Мне тяжело сказать, я ничего этого не слышу интересного. Что-то надломилось. Что-то мне, в общем, короче, не нравится. Я буду брюзжать сейчас, как стареющая певица на пенсии. То есть, ну, что-то происходит. И мне кажется, мы стоим на таком краю падения какого-то, я не знаю, но я ничего не сделаю, понимаете, для того, чтобы от этого края кого-то увести. Мы, наверное, должны упасть. Упасть, сильно удариться, для того, чтобы понять, что выбираться из этого дерьма надо. Понимаете, оно везде. Что в эстраде, что там, что тут. Что-то произошло. Ну, время такое вот, ну, в воздухе что-то творится, не знаю. В частности, написала тогда «Желтая пресса», ну, когда было уже ясно, что мы с Аллой вдвоем, и